Современный юрист должен уметь говорить. Так считают многие профессионалы этого дела. В противном случае защищать интересы государства или клиента будет проблематично. Насколько сильны в ораторском искусстве студенты юрфаков, показали дебаты, которые прошли в рамках конкурса «Юрист будущего». Лучших оценили потенциальные работодатели. Конкурс «Юрист будущего» превращается в своего рода площадку, на которой молодые талантливые ребята могут уже сейчас проявить себя, показав свои знания и зарекомендовав себя перед будущими работодателями. С тем, что умение убеждать судей и присяжных – один из главных навыков адвоката, согласны и участники конкурса. Но и знание закона также необходимы. Мне кажется, что в некоторых судах, например, в арбитражных судах, важнее все-таки, что написано на бумаге, знание закона. А в каких-то других судах, в общей юрисдикции, важнее намного умение выступать, умение убедить судью, умение убедить противника. Дискуссия в юридическом сообществе о том, что важнее – знать закон или умение красиво говорить – примерно то же самое, что и вопрос о том, что было раньше – яйцо или курица. Ясности практически никакой. Тем не менее, наверное, адвокат, который отличается красноречием, гораздо лучше, чем адвокат, который говорить без бумажки вообще не умеет. Андрей Трой, Григорий Плешаков. События.